Волки – самые крупные представители семейства псовых. Но внутри этого семейства существует множество пород, некоторые из которых крупнее других. Сегодня расскажу о шести самых крупных в мире. Волк долины Маккензи. Волк долины Маккензи, также известный как канадский лесной волк, в настоящее время является самой крупной породой волков в мире. Свое название они получили благодаря тому, что обитают в определенном районе Канады под названием долина реки Маккензи. Однако их можно встретить и в других частях Западной Канады, а также на Аляске. Весят эти волки около 80 кг и могут достигать 2 метров в длину. Такие размеры просто необходимы им для выживания на большой высоте над уровнем моря. Евразийский волк. Евразийский волк населяет страны Западной Европы, Россию, Скандинавию и Китай. Он имеет более худощавое телосложение, чем другие волки, но все же он довольно крупный, около 1,5 метра в длину и до 70 кг веса. Тундровый волк. Тундровый волк может быть таким же длинным, как волк из долины Маккензи, однако весит он не так много. Этих волков можно встретить в основном в самых холодных районах России, потому для защиты от суровых условий они отращивают очень густую шерсть, а их пища состоит из северных оленей и бизонов. Чтобы сберечь свою энергию, охотятся они только на слабых животных в стаде. Аляскинский волк. Аляскинский волк обитает в северных районах Аляски и Юкона. Его также называют юконским волком. Наиболее распространенный цвет этих волков черный, но встречаются и серые. Длина таких волчар обычно составляет 1 метр 80 сантиметров, а вес около 55 килограмм. Волк великих равнин. Волк великих равнин примерно такой же длины, как и юконский волк, но не такой тяжелый по весу. Стоит отметить, что это самый распространенный вид волков в Америке, а размер их стаи составляет 5-6 особей. Ужасный волк. Почетное упоминание достается ужасному волку, и хотя это вымерший вид волка, в свое время именно он был самым крупным в мире. Его вес мог достигать 175 килограмм.